Накануне старта нового сезона действующий чемпион премьер-лиги КФС футбольный клуб «Севастополь» по традиции проводит сборы на базе «СКИФ» в Новопавловке. Разделили их на три этапа – общеподготовительный, специальный и предсоревновательный. Вначале отрабатывали практику, после вспомнили теорию. Полузащитник Андрей Кива делится, наставник Станислав Гудзикевич гоняет команду до седьмого пота, но тут же добавляет – на самом деле это хорошо. Подготовка, она всегда тяжелая. Это длительное время, двухразовые работы. Довольно-таки хорошие нагрузки. Сильно Станислав Александрович нагружал команду? Достаточно. Достаточно. Порой было после обеда на вечернюю сложно собраться, если честно. Было такое желание сказать, все, хватит, мы вот устали сколько можно. Ну нет, в шуточной форме, да, мы просили нас остановить немножко от этого, поменьше нагрузки сделать, но мы все понимаем, что это надо. Тем, как команда выдержала физические нагрузки, наставник Станислав Гудзикевич доволен, но отмечает, только время рассудит, насколько эффективной была эта подготовка. Поработали, скажу честно, плодотворно, очень. Слава богу, что мы прошли без травм. Никто не пропускал тренировок из-за микротравм или травм. Там все работали полноценно, поэтому я считаю, что мы неплохо подготовились. Первый соперник моряков по чемпионату КФС – Керченский океан. О нынешнем составе команды известно немного. Коллектив обновился. Но в конечном счете это не важно, уверен генеральный директор клуба Валерий Чалый. Это проблема Керчи. Как они готовятся? Что они делают? Мы там не были, мы не были на сборах, мы не видели, как эта команда играет, кем она на сегодняшний день укомплектована и в каком состоянии она выйдет в субботу на игру. Мы можем говорить только про нашу команду, как мы готовимся и какие у нас задачи на сезон. Задачи у нас только единые, одни, других их нет. Мы должны быть чемпионами и быть обладателями кубка. Уже в ближайшую субботу футбольный клуб «Севастополь» выйдет на домашнее поле в матче первого тура нового сезона чемпионата премьер-лиги КФС. Начало встречи с Керченским океаном в 6 вечера. Телеканал «Севастополь-24» будет транслировать матч в прямом эфире. В паре с прославленным спортивным комментатором Владимиром Милянским будет работать севастопольский футболист, серебряный призер первенства Европы, а ныне тренер школы Олимпийского резерва номер 3 Сергей Будгусаим. Все на футбол! Станислав Данилов, Андрей Тымчук. Севастопольское телевидение.